Привет, народ! И сегодня мы с вами поиграем в парк юрского периода. То есть это период Юры Хованского. А спасибо вы должны сказать моему подписчику, моему верному фанату Владимиру Утину. Именно он мне напомнил про эту игру. Я в нее играл, честно говоря, уже... Да когда в нее играл? Не помню. Года 3-4 назад, когда она только вышла. Я еще вообще не знал, что такое прохождение на Ютубе. Не смотрел никогда, потому что, ну, не знаю, не интересовался даже без понятия, что это такое, как это существует. И я хочу заметить, что эта игра от Telltale Games, которые сделали The Walking Dead, что они еще сделали, Игру Престолов, и еще. Понимаешь, что в этом динозавре полигонов больше, чем во всех персонажах Игры Престолов вместе взятых. В этом одном тираннозавре. Потому что... Хотя нет. Ладно, в любом случае, это не важно. И маленький Мономас спит во всех из нас, и, видимо, во мне он в какой-то момент просыпается. Я пройду эту игру полностью, так как скоро выходит парк юрского периода, и игра недолго и проходится, она очень-очень просто. Учитывая, что тут есть русские субтитры, мне не придется напрягать мою горло, которое, в принципе, довольно неплохое состояние. Учитывая то, что в Лондоне холодно. А вы, ребят, думаете, что в России холодно? Ребята, в России не холодно. В России вообще жарище. Мне кажется, Россия скоро превратится в пустыню. У меня в моем родном городе вообще песок летом на улице находится. И очень много песка, ребят. Просто a lot of sand, ребята. Too much sand. Вот так. Начать эпизод. Вы уверены, что хотите начать новую игру? Да уверен я, но мне срать на этот прогресс. Я играл в эту игру 100 лет назад и уже даже не помню, о чем она. Ну, она о динозаврах, я это знаю, про парк юрского периода. Telltale Games представляет. Я субтитры читать не буду, ребят, потому что, ну, не знаю, мне кажется, вы справитесь. Совместно с Universal Partnership and License. Парк периода Юры Хованского. Нужно назвать было не парк юрского периода, а парк пирамид Голового или типа того. Остров Нублар. 120 миль к западу от Коста-Рики. Блин, я так уже хочу посмотреть и фильм, поиграть в Лего. Jurassic World, очень жду. Я напал, видимо, динозаврик, ребята. Нужно использовать стрелки, чтобы оглядываться и смотреть, что происходит. Ой-ой. Ой-ой-ой. Так, используется для поиска объектов. Ничего нет. Мне кажется, то, что делает эта девушка прямо сейчас, крайне опасно. Гулять по джунглям с динозаврами я бы не решился. И да, эта игра немножко медленная и нудная, поэтому я не знаю, я просто хотел попробовать ее, посмотреть, что будет. Не знаю, может, она вам понравится. Вот так, все, собрались. Хотя нет, в принципе, эта игра не такая уж и нудная, я не помню, правда, какой тут сюжет. Если так, придется сажать несколько кнопок. Ой. А это нужно дважды нажимать, если есть кружочек. Ой, не успел. Держимся.
Держись! И да, как и в любых других играх, где у вас есть возможность выбора, ваш выбор, по сути, ничего не меняет. Пройден ранг серебра. По сути, если даже бы все правильно нажал, мы бы все равно упали вниз. Поэтому можно бы даже ничего не нажимать. Просто говорю, ребят, просто чтобы вы не думали, что... Ладно, чтобы встать, щелкните на иконку и двигайте по направлению. Долбёжка, долбёжка, стрелочки. Парк юрского периода. Игра. Эпизод первый. Незваный гость. Мир юрского периода, по-моему, снимали лет 10, насколько я помню, ранее в этот же день. Наконец-то мы узнаем предысторию всего произошедшего. Режиссер Дэниел Херрера. Я попиваю теплое молоко. Yeah, it's a great view, but where are the dinosaurs? There should be triceratops out there. Sometimes they're kind of hard to spot. Oh, yeah? Where'd you get those? These? Yeah, those. That, guy gave them to me, your boss, John Hammer, or whatever. He likes me. That was generous of him. Yeah. I see jungle and stuff. Вижу джунгли и заросли. Но южный нам Just look around. You'll find them. Вокруг, ты найдешь их. Ладно, ребят, давайте, я буду все-таки читать. Hey, there's a zoom thingy on here. О, тут есть приближение. We spare no expense. Мы не жалеем средств. Hey, эй, there's a dinosaur shaking a tree. Ты все дерево? Нет. Ah, forget it. А, just забудь, some birds. Просто какие-то птицы. I see a... Я вижу. Oh, never mind. А, неважно, это камень. It's a rock. I see a rock. Камень. Can we go down there and see the dinosaurs up close? When I worked in San Diego, did I let you into the tiger enclosure? That was totally different. Besides, there was only like 7. Right. And you scared the daylights out of me. Чтобы я опять за тебя волновался. Так, о, вот динозавр, ребят, вот он прячется. Wait, wait, I definitely see one. Подожди, я определенно вижу одного. He just ran away. Actually, it's a she. They're all female. Она, точнее, здесь только самки. So which way did she go? Куда она пошла? Куда сюда, например? Тут следы. Я сейчас сразу пытаться ее заметить. Ну ладно, давайте кликнем просто на место. The footprints go in the stream. Sure, the triceratops went in for a dip. She must have come out somewhere. А должна же где-то вышла. Ну, например, где-то здесь. There's footprints coming out of the stream. Следы. You're on the right track. Ты на верном пути. Maybe there's a dinosaur hiding behind that rock. Wouldn't it be like educational if I stuck around here another day or two? You know, I think your mom might miss you a bit. Знаешь, я думаю, маме мне очень понравится. She'd be like totally happy. Она сейчас счастлива. Oh, come on, no, she wouldn't. Ладно, нет, не правда. Yeah, she would. Это правда. There's a car down there. Там внизу машина. Must be Hammond's visitors. Наверное, это гости Хэммонда. He's got some hotshot paleontologists here to see the park. I bet they get to see some dinosaurs up close. Они же палеонтологи. What's that yellow flower? Что это за желтый цветок? It's kind of like mom's bird of paradise, only, you know, healthy. Sounds like heliconia. Звучит как гелакония. Мы завезли ее с материка, чтобы украсть это место. What's that little bunker? А что это за маленький бункер? Just a maintenance shed. Просто помещение для инвентаря. Для динозавров, которым нужен вход. Yeah, sure, we да, like конечно, to keep же, up, знаешь, you know. Мы должны заботиться о них. Еще следы. There's a bunch of like
Там, кажется, путешествует динозавров вокруг того растения. А трицератопс — это большие любители банановых листьев. Они должны быть где-то рядом. Зачем для таких неодинозавров нужно ограждение? Это безопаснее как для них, так и для нас. Травоядные тоже могут быть опасны. Ну да, у них же есть рога и копыта. Ну, не в привычном понимании, конечно, но... А, вот-вот, можно дальше продвинуться. Окей, я вижу ее! Подождите-ка, там какая-то драка. О, круто, они дерутся. Вот это я хотел увидеть! Well, actually, it's more of a на самом деле, это больше похоже на доминирование, чем на бой. Помнишь, как вел себя Патчи, когда мама принесла нового щенка? Леди Маргарет взяла так же с молодыми трицератопсами. Серьезно? Леди Маргарет? Yep, that's what we call да, the alpha. Так мы зовем альфа. See those horns? Какие рога? Они почти метр в длину. Right? Лучше бы они сойдались с Т-рексом, да? Когда мы это увидим? Никогда. Я без того знаю, что пищу гладиаторские бои здесь устраивать. Which reminds me, remember I said I've got a sick triceratops to check on? I should get going. I'll drop you at the guest house. Really? Already? Well, it'll give you some time to pack your stuff. The boat leaves tonight, remember? I don't have any stuff. I practically just got here. Well, at least you got to see triceratops fight. Actually, it was more like the dominance display. Smartass. Умно. Come on, let's go. Давай, поехали. What's up for clear skies tonight? No fun on that boat when the waves are rough. Плыть на борту при сильной... при сильной буре. Я знаю, вы обожаете, когда я читаю, так что я решил напрячься. Я говорил тебе, что Недри здесь нет. Уже ублюдок, наверное, застрял где-то в двери. Не успокойся об этом, план Б готов. План Б как раз здесь. Недри нас не обманет, на кону слишком много денег. No, she doesn't know your name. Yeah, she doesn't имя. Know anything she doesn't такого, need to know. Чего ей знать не what, нужно. You think it matters? Думаешь, это важно? Hey, guess who's on the line? Эй, ты угадай, кто на проводе, это Джодсон. I got Dodson here. У меня здесь Джодсон. She doesn't care. Ей все равно. Come on, my contact's going to be here any minute. Пойдем, появится здесь любую минуту. Does Injun know you stole their jacket? А вы не знаете, что ты украл у них куртку? It's a covert op. Это операция под прикрытием. Я не должен выделяться. Yeah, so what about me? А ты как насчет just, меня? Просто делай как я. А у него фотография той штуки, которую мы украли ранее. What's in the photo? Что на фотографии? А на этой? This is what's gonna это то, что сделает нас обоих rich. Богатыми. It's what we're here to collect. Это то, что нам нужно собрать. Shaving cream. Пена для бритья? Sure. А, конечно, shaving пена для бритья. Cream. Доступен новый диалог. Что-нибудь по тому, о котором хотите поговорить. Пошли, шторм. Шторм тут усиливается. Просто расслабься. Скорее всего, Дэдди появится последний. Все пассажиры, члены экипажа, пожалуйста, вернитесь на борт судна. Мы скоро отплываем. Твою мать, ладно, полагаю. Нам нужно идти путь за ним. Если он нас остановит, покажи им это, в чем проблема. We need access passes to get нам нужно пропуска, чтобы пройти охрану, черт возьми, Джонсон. Я должен позвонить этому идиоту, смотри, чтобы никто тебя не заметил. Без этих пропусков нам крышка. Домик охраны. Чтобы исследовать локацию. Да, здесь все немножко по-другому, ребята. Так, где есть телефон? Номер 555-78-32. Замечает, надо его отвлечь. Пропуска. Что-то в охране. That's great. Thanks a lot. Чудес, спасибо helpful. Большое. По-моему, больше некуда. Well, ну, мы попали. Maybe not. Может и нет. What do you mean? Что ты имеешь в виду? Позвони охраннику. I got the guard's phone number. Есть номер охранника. Позвони, отвлеки его. What? Then you sneak past and I stay here? Пропуска ждешь, а я останусь здесь. That's not gonna work. No, нет, бабосса. Я смогу доставить на пропуска.
fine. What should I tell him? Скажу. Just keep him talking. Просто отвлеки его разговора. No, no. Like I said, I work the morning shift. Yeah, but hold on. Да, подожди, one еще more... кое-что. Hey, I thought Привет, you said. Думал, сказала... Oh. Okay. That Ладно, was good. Это было but... неплохо, но. Hey, hold on a second. Ты работаешь me, на меня, помнишь? А значит, я за главным. Подождите, вам сюда нельзя. Привет, привет. У нас здесь пропуска. Well, that's good. Это замечательно. У нас здесь эвакуация за шторм. All non-essential personnel need to leave the island. You need to get on that boat. Yes. Да, I mean, в смысле, я some essential... первостепенный кто-то такой. I'm with я из ваших, you. Я новенький. I'm new. What about her? А что еще не она? Она из техобслуживания. Go ahead, давай, tell скажи him. Ему. Я сантехник, я истребитель. Я ремонтник. I do repairs. Я ремонтник. This storm? Такой шторм? Exactly, are you что именно ты чинишь? Ограждение. I fix fences. Еще ограждение. Rain идет дождь no или rain. Нет, вам нужно исправное ограждение. What's with the machete? А почему с мачете? Мне надо передать это. It's a good tool, all-purpose, cutting, pounding, you name it. Якорь поднимается через 5 минут. Все на борт. Это касается и тебя, барни. Медное это время. Ты вручаешься за нее? Я спросил, ты вручаешься за нее? Да, конечно. Двигайте булками. В следующий раз лучше дай мне вести разговор. If they go knock us. At least. Во всяком случае, дождь стихает. Инген should have paved this whole island. Должны были расчистить весь остров. Инген should never have come here. Не следовало приходить What? Сюда. Что? Step back, мистер Чедвик. What? You don't like my aftershave? Что, тебе нравится мой лосьон после питья? I don't want any accidents. Скажи, что произошел несчастный случай. Так, чтобы рубить и ломать, хорошо. Знаете, я всегда хотел поработать так с мачете, потому что, по-моему, это очень весело. Возьми, я уже застрял. Пустые джунгли. Здесь все вообще серебряный уровень. Я слишком спешу с нажатиями, я знаю, нажимаю слишком рано. И готово, да? Нет, да? Is this monstrosidad? Ingen is ruining the island. Is it so important to keep people out? It's more about keeping things in. It's sort of like a zoo. You know what I mean? Извиняюсь, я просто попить сок решил, пока я просто наелся соленого мяса и теперь я хочу очень пить. Я выпил уже просто все, что можно было. A zoo? Зоопарк? For what? Для чего? Don't worry about it. Ни о чем не волнуйся, знаешь ли, там dangerous нет ничего опасного. Просто Just проведи find, меня find туда. A way through. Что у тебя? What is your little toy, что говорит вам маленькая игрушка? It's a portable tracking system, sweetheart. Подразделена система слежения, дорогуша. Она говорит, что мы чертовски близки к тому баллончику. Десять тысяч вольт. Why so так much? Много? Probably just trying to keep out the teenagers. Просто пытаются отпугнуть подростков. Да, подростки прямо и ездят на эти острова, на Бали, на ваши. Ладно, это далеко от Бали. Коста-Рика и Бали, ребята, в очень разных местах.
I bet that means the power's out. Ну, right? Могло создать напряжение, maybe. Да, может yeah. быть. Yeah, да, for да, sure. конечно. Ladies first. Дамы вперед. Скорее всего, да, напряжения нет. Да-да-да-да-да! Oh, thank God. О, слава богу. I mean, я имею в виду, you know, знаешь, just... просто, ну, продолжим путь. Lead the way. Дилофазавр. Может быть, просто дихлофос? What is it? Что там? ¿Qué es esto? Что это такое? Not pájaro, like a bird. Как птица, much только too big. Большая. I told you, it's a zoo. Я же сказал, all просто kinds of animals. Come животных. On, get moving. Давай, we're close. Пошевелимся, мы близко. Did you hear that? Ты слышал? What was that? Что это было? An animal. Животное. Something I've never heard before. Что okay, я никогда прежде не слышал. Ладно, we хорошо, should... мы тише. О, боже. That animal, I это животное, я знаю. We call him мы зовем его Мокупа. Я не вижу, что тут живу. Look. Смотри. This way. Туда? This is it. Это здесь. Сигнал зашкаливает. It's nearby. Совсем рядом. It's too dark. Слишком I темно. Need light. Мне нужен свет. Where's your flashlight? Где твой фонарик? You took it. Ты забрал right, его. Right. А did точно. I drop it? Я выбросил did его. You see me drop ты видела? Проклятие, черт. Over there. Вот там. There we go. Пришли наконец. Hey, Nedry! Эй, Недри! Ты застрял или как? Недри! Недри, ты там помер? I'm not climbing that. Я не пойду с тобой в моих новых ботинках. Hey, I'm gonna go around. Эй, я пойду обход, так будет быстрее. Есть кто? Что-то звуки не очень, честно говоря. Реально, внутри какие-то неприятные звуки. Открываем. Здравствуйте. Устал, да? Я же говорю, что лучше пойти в обход. Something just что-то прыгнуло на меня. He was это on your тварь была на твоем друге. Oh. Это отвратительно. It was something. Там было что-то. Оно жрало его. What что the это, мать его, за зоопарк? Слушай, я же сказал тебе, не беспокойся okay? насчет этого, ладно? Это было просто какое-то животное. Мы заберем баллончик, а потом уберемся отсюда. Where is it? I can't find где же он? Я не могу найти его. Where's the canister? Где баллончик? The shaving cream. Where is it? Где она? Где она? Не знаю. Should I откуда я знаю? If it's not in the car, если оно не в машине, то может находиться где угодно в районе 300 метров. Oh, черт, Dodson's gonna kill me. Is Dodson gonna kill me? Don't worry about him. Не беспокойся о нем. Беспокойся об этой твари. I'm worried about it, okay? Я беспокоюсь, хорошо? What am I supposed to что do? Должен делать? Ты же знаешь, что мы не можем вернуться you с пустыми руками. Go back empty-handed. Look there. Смотри Look туда. Куда посмотреть? Footprints. Следы. Your man ушел твой человек. Мы последуем по следам, как мы грязь следопытом. Вот как мы найдем баллончик. That's how we find the canister. Right. Okay, okay, that да, makes ну ладно, ладно, это разумно. Но погоди, but что если on. Один из них? Those, ладно, ты посмотри там, okay. я проверю машину еще there, раз. I'll check the car again. Просто, just, просто на, just на всякий случай. Это было абсолютно необходимо. Следы. В этой игре, в принципе, чтобы продвигаться, нужно осматривать объекты. No canister here. Баллончика тут the нет. Следы идут туда.
все для начала. Очки. Glasses. Очки. Pobre desgraciado. Blind in the dark. Слепой в темноте. Не могу понять, на каком языке она говорит, на испанском или на португальском. Потому что некоторые слова я не узнаю. Его машина застряла. Он спустился с лебёдки, чтобы найти крепёж. Ну, следы тут какие-то, динозаврика. Малона. Эта тварь преследовала его. Да, 100% португальский. Так, куда нам эта машина? Вот сюда. Тут еще следы. Он пошел к дереву и назад. Оно подошло позже. Не торопясь. Ему надо было... Ему было интересно. It's a good anchor. Это хороший крепеж. Он мог освободиться. Важно, ребят, именно все обыскивать. Потому что я помню, я долго не мог пройти этот эпизод, потому что вот не обыскивал все. Следует сюда, но тут чертовски темно, чтобы что-нибудь разглядеть. Следовательно, нам нужно найти фонарик. Но и знала. Это ничего, просто палка. Пещера. Она вышла из пещеры. Человеческих следов тут нет. He was trying to come to us. Пытался добраться до нас. Вряд ли это там, он не пошел так далеко. Тут вряд ли еще что-то можно увидеть. Пойдем обратно к нашему товарищу, посмотрим, что он там отыскал. This can't be good for my sinuses. Немножко света. Пожалуй, хватит. Фонарика у нас нет, зато подсветить, ну, что-то можно. Come on. Where'd you hide it? Что тут было? He slipped. Он поскользнулся и упал в грязь. Oh, sick. That's what stopped his car. Like a foothold trap. Похоже на след. Any luck? Есть что-нибудь? Нет. Лучше бы эти твои следы куда-нибудь вели, или мы никогда не выберемся отсюда. Посмотрим, что изменилось. Я нажал на пробел, и мы вышли в главное меню. Продолжить нет. Я хочу возобновить. Да. Поэтому пробел это будет главным. Я думал, пробел будет пропустить. Но нет, не в этой игре. Но я подсветил, теперь видно? Вроде как, да. Это яйцо, скорлупа. Friggin' bugs! Чёрт, вы насекомое! What? Что, в чем проблема? Ничего. Did you find it? Нашла? It
canister's not here. Лонди-то тут нет. Oh, crap. Черт. Oh, I'm so screwed. Нет. No, we can't give up. His trailing's back at the car. You must have missed something in there. Not a chance. I turned that thing inside out. Там все перерывано. Я неделю буду маять мертвым. Knock yourself out. I could use some fresh air. Мне нужен свежий воздух. Давайте посмотрим. Дилетанты, сейчас профессионал обучит труп. No canister. Нет баллончик. Nothing. Ничего нет. You like your sweets. Тебе нравились конфеты? Жердячек. You had a canister just about this size, didn't you? Вот такого размера, так? You didn't lose it down below. Не делал его из виду, оно было у тебя с собой. You had it with you. He came back to the car in a rush. He hit his head and he fell. If he dropped the can. Он уронил банку. Может быть здесь. Вот. Ой, дед, я знал, что найду тебя. Pretty excited about тебя так называют банка мыла? Yeah, it's a can of soap. Ага, это банка мыла. Just like you're a repairman. Такая же, как ты, ремонтник. 10 years of research. Исследований и millions invested. Вложения. It's следующее чудо the света. Next wonder of the world. You want a screw in, Jen? This is it. Инжен? Вот она. The crown jewels. Если они потеряют баллончик, они потеряют все. They're dinosaur embryos, honey. Don't tell me you thought говорим, we were after shaving думала, cream. Dinosaurs? Динозавры? I don't understand. You don't need to understand. Тебе не нужно понимать. That'll keep them fresh. Это сохранит их свежими. What? What's your problem? В чем проблема? Behind you. Сзади. Oh crap. О, черт. По-моему, он не очень дружелюбный. Даже попасть в динозаврика не можешь, оно ушло? Ушло. Окей. Ладно, да. Ты видела? That's how you вот do так it. Дела делают. Да, получил маленький yeah! застранец. That's what you get, you little punk! Let's get out of here! Давай выбираться okay, отсюда. All right. Ладно, all right, you хорошо. Know the ты знаешь my, план. My мы парни отправляют лодку, приносим баллончик, собираем деньги, едем домой. We cannot мы не можем идти к месту встречи, не с этими чудовищами вокруг. We'll take the car. Bring down the car. Пусти её, я останусь здесь и прикрою тебя. Who's afraid now, huh? Ну, напуган теперь, а? Да, просто включить лебёдку. Толкнем. Эй, Чедвик, посторонись! No, no, нет, нет, это идеальное место. Углы прикрыты, все простреливается. О, черт! Что же, а продолжение, ребят, вы увидите в следующей серии. Спасибо вам за просмотр. Можете подписываться на канал, если вы этого еще не сделали. Ставить лайки. И в следующей серии мы с вами узнаем, убило ли нашего Чендвика или нет. И просто узнаем, что будет дальше с канистрой и все такое. Я, честно говоря, не помню, что будет дальше. Спасибо за просмотр и пока, ребята.